Друзья, мы с вами находимся в холле гостиницы, где мы проживаем. И, ну, тут вот с утра можно перекусить, как бы завтрак. Включено. Можно. Ну, можно не есть. Это дело такое. Сейчас довольно рано, где-то 7:30 утра. Вот. Будний день. Сегодня что? Вторник. Вот мы пришли. И с вами сейчас посмотрим, чем подчуют нашего брата. Вот, значит, это обычно, ну, хлопья, там как положено. Hello, 302. 302, yes. Так, это какие-то... Это медок в таких баночках. Вот, здесь, ну, вы видите, всякие... Они на самом деле очень вкусные все. Такие булочки, там, выпечки. Вот, они все очень-очень вкусные. Свет, скажи, пожалуйста, ты вчера пробовала вот... Вот это просто помидор. Вот это. Он даже не соленый, это просто... Толченый такой помидор. Кстати, а вот это мы не знаем, что похоже на масло с чем-то. Знаешь что, мне кажется, это зеленые огурцы. Да, вот непонятно, это. Что так. Это просто... Это сыр. Это сыр в масле. Масле. Отлично. Нет, это просто маслица, вот мы вот в салатик себе клали. Салатов нету. Так, хлеб. Хлеб такой, хлеб-сякой. Вот тут можно подогреть. Так, теперь мы переходим на эту сторону. На этой стороне у нас... Ой. Ну да, здесь довольно... Здесь подогревается. Так. Ну вот из сала такого, из ветчины тут накручено, наворочено. Сосисочки такие-сякие. Оно как бы немножко с капусткой такой. Так, тут у нас идут... Это сыр. Вон то, такой, знаете, картофельный пирог такой маленькими кусочками. Это разного вида сыры, ветчинки. Так, это, ну вот здесь называется хамон, а, например, вот именно это же самое у нас называется прошутто, это как бы итальянское. Колбаски порезанные. Это сладенькое. Так, фрукты, соки. Очень приличная машинка с кофе. Вот это вот. Здесь есть такая вонь, просто кофе с молоком. Вот я беру очень-очень хороший, замечательный кофе с молоком. Это просто молоко. Вот соки, еще есть просто молоко. Так, там кое-что еще есть. Слушай, а где вот яичница, например? Была же яичница обычно. А сегодня другое. Вот сегодня такие завернутые почему-то нет яичницы, да. Да. Мы пару дней тут вот первых яичницу. Это йогурты. Ну вот, йогурты, надо сказать, совершенно потрясающие. Вот это Денон и Актива. Так, не знаю, как они правильно здесь называют, маслица. Тут присыпать орешки, финики. Ну и в общем, вот и все. Вот, друзья, вы видите, никого тут особой, кроме нас, нет. То ли время раннее, то ли гостиница. Так, как бы в это время не очень наполнена людьми. Но, в общем, вот так все выглядит. И вот, да, с вами Михаил Портнов. Покушал. Хорошо выглядит, хорошо себя чувствует. Некоторые мне говорят, вот надо бы приодеться, а то я выгляжу как советский пенсионер, а не как американский. Вот. Я хочу сказать, друзья, на всех не угодишь. Главное, чтобы был здоровенький и чувствовал себя хорошо. Главное, чтобы неправильно. Главное, так. Чтобы тебе нравилось. Это все. Друзья, главное, чтобы мне нравилось. Вот. И Светлана тоже, ее мнение очень существенно. Светлана, нет, главное, ничего хорошо, ты этого Светлана, одеваешь, Светлана, ты скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, я хорошо одет? Так, нормально. Ты не хочешь усовершенствовать мой внешний вид? Дело в том, что я мало принимаю участие в твоем внешнем виде. Да. А я бы тебя одевала совсем по-другому. Поэтому... Да ты что? Да. А мне казалось, что я соответствую твоему пониманию светлого образа, нет? Нет, друзья, она делает вид, что нет.